31 октября, птичий рынок, город Кропоткин. Очень большой базар сегодня, мест свободных нет, заняты все проходы, торгуют от машины. Очень большой рынок. Артамоны, краснодарская птица. 500 рублей. Бакинские чили. По 500 рублей. Славянские. Также по 500 рублей. Чернохвостые, 500 рублей. А что за порода? Ой, я забыла. Артамоны, наверное. Здесь в вольере находится николаевская птица. Артамоны. Турецкая атаква. Большой ассортимент курей. А петушки почем у тебя? Тоже 500. А голуби почем такие? А что за порода? Штрассеры. Штрассеры. По 500. Сегодня, друзья, настоящая толкучка на рынке. Не пройти. Людей очень много. Дутыши, да? 1000 рублей. Чего только нет сегодня на рынке. Большой выбор. Курей, уток, голубей. Также много рассады различных цветов. На сегодняшний день, за прошлый текущий год, сегодня самый большой рынок. Покупатели много, людей ходят. По 1000 рублей. Тысяча 500. Я одна была, мне ее обломила. Какой цены такие? Как? Сколько стоит? 3000 пара. Ну, по 1500, короче. Вот такие вот бухарские. 1500, да? А вы телефон для связи не желаете оставить? Ради бога. Продиктуйте погромче. 918-41-94-250. А вы откуда? Каневской. Такие вот голуби.
Кто-то спрашивал за ребят по поводу букхарских. А павлины какую цену? По 500 желтоплечья, по 400 желтые. Головатые. Ваши голуби, да? Хозяина нет. Черный, огромный голубь. Венгры. И в какую цену он? По 1000. 1000 рублей. Чубатый он, косматый. Огромный, здоровый. По 1000, да? Да, по 1000. Как называется попугая? Певчи. Певчи? Сколько стоит? Два рубля. По 2 рубля. Почем такие гуси? 5000. Порода как называется? Холмогоры. А вы телефон не желаете оставить? 8-918. 8-918. 37. 60. 60. 903. 903. Ленинаканские. По 500 рублей. Вот это летает, но не бьет. Вот это вот уже хуярит. Все места на рынке не хватило. Вот за территорией рынка организовали ряды. Почем первые? 300 рублей голова. Все по 300. Все по 300. Вот этот вот голубь, блядь, за эту гарантию дает этот прошлогодний. 18. Так, это ресурс от аренды. Киоска. Он как ставит? Дайте мне, что это голубь. Все говорят. Теперь другую голубку дайте. Она, так, или крупная, может, просто голубка. Я тебе говорю, голубка. Вон на носочке у нее серая, серенькая. Вот и посмотри. Вот эту возьми. На конце, пока она еще на конце носа, носа, видишь, серенькая. Что показать, что это голубка. Белый нос и вот эта серенькая на конце. Посмотри. Какую цену голуби? Почем? Ну, вот это по 500. Вот эти желтые головы тоже по 500, да? Головы. Да. Неплохие, по 500 рублей. Давай заменю, что тебе надо? Вот это. Почем павлины? 300 рублей. Здравствуйте, ваши голуби, да? Головы, попозируйте. Как порода называется? Ой, ташкенты или краснодарские, короткоклювые. Кто как называется? Ташкенты, вы сказали? Угу. Какая цена? 500. 500 рублей. Ну,
Это вот ряд ваш, да? А это? Это я опыты делаю. Выбиваю нужную мне масть копейных. А, то есть занимаетесь селекцией? Да, и оно вот это, побочка. Чисто побочка. А краснобокие? Краснобокие. Тут тоже в Краснодарске можно клювать. Почем они? По 300. А вы телефон для связи не желаете оставить? Все молодежь. Да без проблем. Погромче продиктуйте. 918-119-43-79. Как вас зовут? Александр. А вы откуда? Под Краснодаром, станица Воронцовская. Вот такие голуби, друзья. Да, 30 километров от Краснодара. Дома желтые, все здесь, чубатые, без чубы. Что тут, да, то, что осталось. Гоняйте. Бьют. А что они должны делать? Бьют, это же не Ижевск. Открытка нихуя не бьют. Почему? Ну так вы старых не берите. Молодежь только берут. Старые, конечно, бьют. 10 взял, два нормальных. Не, ну, красноголовые те попозже бьют, а черноголовые вообще ранние, вообще черношейки. Оно уже бить не будет никогда. Красивая, короче, да? А до этого взял. Да. Ящик надо. Так, эту головку берешь? А вот большие, вот смотри, вот у тебя. Не буду отпускать. Да, он голый. Он совершенно у него, вот руки возьми. У него совершенно другой полет, другой поэт. Понимаешь? И вот возьми голубочку. Вот молодой. Они пищат и висят, он с орденами висят, как эти, как матрицы. И не знаешь, где подобрать голову. Канал как называется? А что за порода? Славянские. Славянские. Почем они? Стандарт узбекский, наоборот. По рублю. Игровая голка, как черная. Такие вот славянские. Жуки белохвостые. Косматые. Белоглазые, да? Да. Беловекие. Там мы прошли, там был... А вы откуда? С Новороссийска. С Новороссийска. Телефон не желаете оставить до связи? 8-960. 490. 64-09. Кто-то из ребят Ставрополя интересовался данной породой голубей. Уральские монахи. Какую они цену? Почем они? Если сейчас заберешь, по 300 рублей. Вот если троих, то по 300. Кого интересуют уральские монахи, номер телефона? 8-967-301-46-36. А вы откуда? С Новороссийска. С Новороссийска. Но это голуби, они как, декорация? Ну, они не больные, они летают, но не больные. Просто летные, да? Да. Это мясная порода голубей? Польская рысь. И в какую цену они? По 1000 рублей. Голова. Ага. Ну, очень крупный, мощный. Самое лучшее мясо в польской рысе. Сочное мясо, да? Нет, самое лучшее. Самое лучшее. Да. Да. А расскажите, что это за порода? Уточек.
Что это такое, скажи, человек? Индийский бегун. Как? Индийская бегунья. Индийский бегун. Да. И почем они? Большой 1000, маленький 500. Павлины. Самка 8, самец 10. И почем они? Полтора. Червявые. Какую цену они? 5000 голова. А телефон? Оставить. Эти все по 2, да? Нет, по-моему, вот эти по 1000. И вот эти по 1000. Короче, от 1000 выше. Ну да, вот еще бакан. Вот еще бакан. Краснобоки имеются, тоже кучерявые, с кучером. Покупает только с языком шлёпка. Как она, ну привези, ну чё привёз, ну чё. Я вас приветствую. Здравствуйте. А что это за голуби? Это шакинцы. Широкохвостые, да? Да. О чем они? Полтора, два пятьсот. Смотря какой. Голова, да? Да. Алло, алло. Здравствуйте, ваши голуби? Да. Какую цену? У каждого разная цена. Ну, от до? От 3 до 7. От 3 до 7. Это узбекская птица? Да. Среднеазиатская. Среднеазиатская. Все, Серёж. Погромче продиктуйте. Плюс 7. 978. 829. 875. 5. А вы откуда? С Крыма. С Крыма. Крымские голуби. Я же за чего спросил за нее, что она стойка у нее хорошая. Курские. По 500 рублей. Хозяина нет, отошел. Это голубка не Пока баш рядом, что-то, да?